В у м 96% поддержки было. Но 96% его и расстреляли. Поэтому все манипуляции с цифрами и тешить себя, что у тебя там проценты не падают, а ты будешь дальше ужесточать режим режим свободы, к которому украинцы привыкли, ты должен каждый день думать о том, что обязательно за это с тебя спросят. Янукович теж так вважав, что он царь вся Украины. И сколько? Четыре роки Украина намагалась э, 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 Суспільство намагалося чекало, що він э, одумається. Зараз в Ростові среди бидлово э, населення, вот там он пусть и одумывается. Цей приклад я казав тому, що я уважаю и весь э, весь світ вважає так и все українці більшість вважає, Да, вибор вони такие сделали, але никому не не, не превратить себя в быдло населения. Никому не дозволит Украина.